Леня нашелся. Ты что, ты дорогу ищешь? Смотри, вот тут вверх, не-не-не, вот вверх, разворот, и назад на финиш через яму, и заход через эту же яму. Вот сюда? Да, сюда, потом вверх, да. А за что ты прибегишь? А, вон за пень. Да, да, за пень. Смотри, сейчас Рома едет, сейчас ты все увидишь. Сейчас это будет... В ухо надавило это... Кто надавил тебе в ухо? Каска? Да. Наушник. А, чу, блин. Я думал, давил тебе кто-то в дороге в ухо. Белая Нива. Шикарно едет. Поехали. Штурман уже здесь. Уже строит дорогу. Сейчас будет вылетать. Да, гона пойдет. Красавчик, вот это молодцы. Вот это заскочил. Неожиданно. Просто молодцы. Барн вертикалка. Проходит это сложное место. Спасибо. Экшена не будет. Мордой уперся. Ты красавчик. Показала я. Тихо, телефоны не выпали. Тихо, тихо. Профессионально! Ничего вроде не потерял. И назад не поедет. Знаешь, это будет счастье, если тебя машина забьет. Да, да. Назад оттянуться. Есть задняя лебеда? Сантраки надо было
подложить впереди. Олег, вы не можете крюк снять, чи что? Да, да. А просто попробуйте трос и за шатом. Двойным тросом, понял? Понял. Это на крюку будет, а трос вымотайте за дыром. Откапывают лебедку. Да, в прошлом году вот с той ямы все деревья позаваливали. Или с этой, я уже не помню. Должно хватить. А сантрак, если подложили, то проехали. Давай. Да, чуть-чуть надо подтянуться. Попал по сантракам. Финиш. Неплохо. Сколько? 9? 0,282. Сейчас. Сейчас я все подвигаю. Подождите, корнет. Я заберу. Тут пока легче не стало. В обратную сторону. Чуть сравняли. Серьезный прототипчик. Хищник. Надели колеса 39,5 вместо 44-х. Не ломать лапландеры. На 44-х несколько раз уже ломали. Все, полетели. Thank you.
тянуться. Тут будет сейчас красиво. Штурман гоняет зрителей с трассы. Просто взял правее и проехал. Финиш колесной базой. А вот и Шишига Слепого, кто спрашивал, где Слепой. Слепой есть. Вот едет. Так, а у нас самурай сейчас. Так, стартанули. Штурман уже здесь. Блин, он по стенам бегает, штурман, а у него шлем космический. Видел, как он по стене пробежал? Человек-стена. Да. Серьезный тут самурайчик. Сафари 33-е. Йо. Нормальный экшен. Не спеши, не спеши, нормально. Спокойно, спокойно.
смысле и спешили. 26 секунд. Да, он. Да, ты себя тренируешь. Но он после этого. Да нормально, нормально. Нормально, нормально, все пей. Руны же вот легко губ даже, видишь, он взяли. Взяли, но звали трюка. Уже поговорить, а я тебе. Назвяжи его уз. Это кто-то заделал перед гонкой, да? Перед гонкой кто-то заделал. Ты что, узел развяжи? Без веревки будет. Узел развяжи. Да похуй, узел, ты слухай, цепляй. Вот это жесткие, да? Понял. Ты видел, как он в стену зашел? Это жесткие просто. А? Вот дерево ближайшее, хватает эти козявки выбросить. Как раз вылезти, а? Да. Каждому хватало. А Серега с Вовой ехали, да. Дерево вот рядом, кстати. Левый руль, а не справа. Затрагивай, что здесь есть. Левый руль! Давай, давай. Тут им будет непросто. Тут им будет непросто. Ух ты, елки. Это было. Паджери как технично зашел, видел? Молодцы, конечно, запрыгнули. Потеря времени вот тут основная для таких автомобилей. Самый лучший патруль зашел. Любовь. Ну я не видел еще. 4 минуты, да? А второй. Я не догнался. Я заметил, что команды нету. Два человека в машине, а они как-то по минусу или по плюсу. Бывает такое. Друг друга не слушают. Давай не будем повторять. Покажи ему, куда руль.
позицию сразу такую. Ну камеру так и... Да, да, все снято. Куда? Лево, право? Право. Налево. Все, вот так. Все? Да. Давай, нагоняй. Текай, текай оттуда. Текай оттуда, говорит. Давайте теперь лебедочку вытащим, а? Ага. Так или нет? Не, ну сверху веревка у них. Обдувай. Веревка сверху. Бородач, я перепрыгну тут? Да, давай. А вдруг я не долечу? Я там где... А вот сюда будет. Долетишь, на все хвори бери. Та надо кроссовки одеть. Через один цепляйся, через один. Через один, блядь. А куда? На один цепляй, по***. А, я вижу. Хорошо, сейчас я буду, давай. Дай чуть-чуть. Давай. Серега говорит, сейчас будет. Сейчас идем, да. Пошли. Блин, мы упадем, я обойду. Так, там какой-то движ. Интересно, Серега позвонил. Говорит, пошли. Что, упал? Так, ну тут ребята будут бороться. Тяжело. Так, мы этому спецучастку, наверное, времени больше всего уделили. Будем сейчас смотреть остальное. Ну что там, где он? Черненький такой боевой. Вот яма. Осторожно. Йо! Ну и бабай тут не упасть, главное по места, где копейка знаменитая тут. Очень много движения, сложно все увидеть. Надо операторов 10, наверное, чтобы показать какую-то часть.